шел пятый год Второй мировой войны. Третий год советский народ нес ее основную тяжесть, перенося неслыханные лишения и страдания, спасал будущее всего человечества. Фашизм был обречен, но в слепом упорстве бросал в огонь войны все новые миллионы жизней. Из 300 с лишним гитлеровских дивизий более 250 воевали на Восточном фронте. На всех 4400 километрах от Белого до Черного моря шли тяжелые кровопролитные бои. Таким образом, здесь, на Корсунь-Шевченковском выступе, противник сосредоточил крупные силы. И что предлагает Жуков? Согласовав на месте с Ватутиным и Коневым, он предлагает отсечь, окружить и уничтожить всю эту группировку врага. И это при примерном равенстве с... И за счет маневра огнем и танками. Земля великого Шевченко. И в мире. План утвердить. Завтра же направить директиву Жукову на первый и второй украинские фронты. Вторую танковую передать Ватутину. Сильнее. Наши красноармейцы, командиры опытные. Теперь мы обязаны не просто изгнать врага с нашей земли, ну пошли, и нам пора. В атаку! Украинского фронта по плану начали разведку боем. Удар этих батальонов был столь внезапным и сокрушительным, что опрокинул все планы. Случилось непредвиденное.
На преследование! Его документы. Просили матери передать. Она недалеко здесь живет. Начать операцию на день раньше. Перенос наступления. Карту. Продолжайте демонстрацию наступления под Кировоградом. Я думаю, Манштейн не сразу разберется, откуда мы наносим ему удар. Так, а теперь карта перед вами. В районе ввода ваших танковых корпусов. Видите Капитановку? Есть? И Тишковку. Следите здесь за флангами пристально, генерал. Когда Манштейн опомнится, он обязательно здесь попытается отрезать вас. Чем вы ответите? Мало. Мало. Он подтянет свои танки и сомнет ваше прикрытие. Но... ...ближе к месту... будущего прорыва, но в дело не вводите, пока не ударит Манштейн. Есть! Nun, was meinen Sie darüber? Корпус танковой армии генерала Ротмистрова находится под Кировоградом.
Ich bin fest überzeugt, General. Я уверен, что они здесь готовят главный удар. Ganz meine Meinung. Herr Generalfeldmarschall. Господин Фельдмаршал. Баландина. Их танки движутся на школу Звенигородку. И тем не менее, господа, это классический отвлекающий боевой маневр. Основной удар здесь, в сторону Кировограда. Я в этом убежден. Послушайте, мои генералы. Что мы считаем неприятеля глупее нас. А он, оказывается, воюет грамотно. А если он воюет грамотно, чем же он закроет свой фронт окружения, если... Сколько времени понадобится неприятелю, чтобы перебросить в район прорыва танков свою пехоту? Не пять, господин фельдмаршал, и не шесть. Не пять и не шесть. Мы перережем клин вражеского наступления через 3 дня и уничтожим всю его танковую дивизию. Вот это и будет мой личный подарок генералу Коневу. 26 января к исходу дня немцев ударили с юга, смяли кусов Лазарева и Кириченко. Наступило критическое положение. Противника. Их много. Иду на таран. Иду на таран. Прощайте, ребята. Nehmen Sie. Schreiben Sie. Пишите. Умань. Умань. An Manstein. Манштейну. Höchst dringend. Особо срочно. Es ist notwendig, sofort die Kräfte необходимо zu сейчас же свернуть группировку. Mit einem Schlag, abgeschnitten и уничтожив отрезанные корпуса, nach dem Westen. Свернуть на запад. Завтра будет поздно. Der vorübergehende Erfolg.
Временный успех. Herr General. Корпусов. Nein, die Deutschen. Наших корпусов. Unsere Truppen im Korsuner Kessel. В Корсунском котле. Ja, 100 000. Ну ничего, выше голову. Ничего неожиданного. Мы же предвидели. Левый фланг Лазареву. А Лазареву безоглядно вперед. Только вперед. Пришел наш час. Товарищи гвардейцы, кавалеристы, слушайте боевую задачу. Вместе с 18-м танковым корпусом выходим в тылы противника в направлении. Задача ясна? Ясна. Головным пойдет нельзя, товарищ генерал. Семья у меня здесь. Жена Мотры Григорьевна Байда, двое детей, старуха. Пустите вперед, товарищ генерал. Украинский фронт начал операцию на 2 дня позже. Здесь шли напряженные бои. И тогда Ватутин решился. Вот здесь у Трофименко. Лентой ворветесь в тыл противника. И стремительно. Обороны обходить. Помните, ваша задача. Разрешите выполнять? Выполняйте. Подполковник, задержитесь. Выжми из машин все возможное, танкист. Но в Звенигородку ворвись как можно быстрее. Спасибо, товарищ командующий. Родные у меня там. Мать. В Квитках. 3 года не видел. Ну что ж. Желаю тебе скорой встречи.
перегородку! Лейтенант Заболотный! Есть, брать! Пока основные силы двух украинцев группировки, преодолевая упорное сопротивление врага и бездорожья, днем и ночью стремительно приехали! А ты кто ж тут фрицев пугает? Ну, здорово! Привет первому украинцу! Ниточка, ниточка тонкая, ее разорвать не штука. Теперь поскорее корпуса пехоты. Они в пути, товарищ маршал. Вот когда они охватят, досядет пехота на внешних фронтах и укрепится на внутренних, приготовьтесь. Немцев в кольце около 100 000, рвать будут изнутри. Да, и Манштейн попытается их выручить. Поэтому я вторую воздушную армию Красовского перенацеливаю на внешний фронт окружения. Мне стало известно, что резко усилился поток офицеров, желающих выехать в тыл под любым предлогом. Это верно? Ни о каком отходе из Корсунского котла не может быть и речи. За нас сама судьба. Танки Манштейна. Бог и фюрер за нас. Русские не смогут в этой немыслимой грязи замкнуть кольцо раньше, чем через неделю. Сегодня с нами Бога нет. Только грязь. Командир, к атаке готовы. Поднимай батальон. Танки пойдут слева. В атаку. Есть!
Лейтенант Жданов. Я, товарищ подполковник. Вот книга отзыва музея Шевченко. ...1941 года. Капитан да. Борисенко. Твоя рота ворвалась первой. Лейтенант Жданов. Февраль 44-го года. Казалось, время повернуло вспять к далекому прошлому, когда на этой же земле пылал огонь освободительной войны, о которой пророчески писал Тарас Шевченко. Запылала Смелянщина и Корсунь за нею. Смелянщина кровью подплывает, полыхают разом Канев, Чигирин, Черкасы, черный шлях окутан. К небу повалили. Что еще? Документы Байды. Давай побыстрее. Вот. Я не могу. Ты думаешь, я смогу? Лейтенант Смирнов. Внученька, иди помоги маме. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Байды? Ну, мы Байды. Входи, входи, сынок. Говори, говори. Коленька, не пущу, не пущу, сыночек миленький, не пущу, родненький. Неумолимо сжималось Корсунь-Шевченковское кольцо, обрекая на гибель живую силу и технику противника. В результате энергичных ударов двух украинских фронтов территория котла неумолимо сужается. Положение Штеммермана безнадежным. Безнадежно, говорите? Так точно, товарищ Сталин. Именно это слово. Их дальнейшее сопротивление бессмысленно. Предложите им сдаться. Направьте ультиматум. Будет исполнено. А если они отклонят ультиматум? А если отклонят, тогда... У нас в народе, товарищ Антонов, говорят так. Если враг не сдается, здравствуйте, товарищ Жуков. Здравствуйте, товарищ Сталин.
Тут товарищ Антонов докладывает, что положение... Подождем здесь. Здравствуйте, хозяева. Здорово вам здоровья. Здравствуйте. Сын? Сын, да. А хозяин? Ну-ка. У нас сын за отца не отвечает, знаешь? Жальтесь, крестом заклинаю. Дайте ему винтовку, он оправдает. Добрый человек, помогите, дайте. Маршала Жукова, вам доставлены документы. Давайте. Ультиматум. Ультиматум. Ваше положение безнадежно и дальнейшее сопротивление бессмысленно. В избежание ненужного кровопролития мы предлагаем вам принять следующие условия капитуляции. Если вы отклоните наше предложение сложить оружие, то войска Красной Армии и Воздушного Флота начнут действия по уничтожению окруженных войск, и ответственность за их уничтожение понесете вы. Это хорошо. Это я подписываю. Воюй, солдат. Надеюсь услышать о тебе. Здравия желаем, товарищ командующий. Здравствуйте. Подполковник Савельев. Здравствуйте. Рядовой Кузнецов. Здравствуйте. Лейтенант Смирнов. Так вот, товарищи, командование возлагает на вас ответственную боевую задачу. Ясно. Скажу честно, поручиться ни за что нельзя. Идете в логово к врагу. Ясно? Ясно. И помните, вы идете с благородной миссией. По сути дела, вы... Советские парламентеры. Им поручено...
гарантируем всем офицерам и солдатам, прекратившим сопротивление, жизнь и безопасность. Почему? Оставь его. Письмо из Гамбурга получил. Дом его, мать, семью, всю улицу англичане начисто. В том случае, если вы поняли меня, подтвердите это тремя выстрелами в воздух. И что же наши солдаты? Специальный самолет с медалями, дающими право на землю участникам сражения. Приказано широко оповестить войска. Немедленно свяжитесь с Уманью. Продолжайте, генерал. Для успешного генерал-фельдмаршал. Снова Штеммерман. Он просит разрешения принять русских парламентеров. Продолжайте, генерал. Русская авиация блокирует котел. Их танки атакуют непрерывно. Времени для переговоров иметь хотя бы 2-3 суток. В районе Новомиргорода перегруппировались и готовы к удару 3-я, 13-я и 14-я танковые дивизии. Передайте Штеммерману, он может принять русских парламентеров. Приказ фюрера запрещает, господин фельдмаршал. Начальника оперативного отдела и начальника штаба ко мне. И мы получим свои 24 часа, которые так нужны для перегруппировки наших войск. Удачи, ребята. Будь здоров, лейтенант. Ну, Володька. Держись, Савельев. Желаю удачи. Все сделаем, товарищ генерал. Как говорится, с Богом. Флаг. Есть. Давай сигнал. Пошли, мужики. Февраля 1944 года. Шел первый час временного прекращения огня. Не стрелять! Не стрелять! Не стрелять! Ложись! Так. Что будем делать? Что? Ну что будем делать? Приказ. Надо идти. Сигнал. Thank you.
Компаниефюрер, Хауптман Шутц. Подполковник Савельев. Ich soll Sie und Ihre Leute begleiten. Что он сказал? Ему приказали нас встретить и проводить. Halt! Stehen bleiben! Сейчас нам завяжут глаза. Шел третий час временного прекращения огня. Десятки тысяч измученных, потерявших человеческий облик солдат Вермахта ждали ответа своего командования, надеялись на спасение. Augenbinden ab. Подполковник Савельев, я уполномочен советским командованием передать пакет генералу Штеммерману. Артиллерии-Oberbefehlshaber Oberst Fouquet. Генерал Штеммерман befahl mir, das Schreiben in Empfang zu nehmen. Полковник Фуке, Штеммерман поручил ему принять пакет. Ich melde den Befehlshaber. Warten Sie bitte. Просит подождать. Окну не ходит, это нельзя. Садится. Господин генерал, парламентер у меня. Они изолированы. Передо мной текст ультиматума. Bitte? Lass mich probieren. Danke. Gib mir bitte. Ja, bitte. Ich versuche es gleich. Nee, das gelingt vielleicht mir überhaupt aber nicht. Ich. Versuch du. Das ist verboten. Nerve. Но вы спокойно держится, подполковник. В данной ситуации нервничать следует не нам. Но, знаете, я не рисковал. Die Antwort bekommen Sie laut Ihrem Vorschlag morgen um 11 Uhr. Ответ будет завтра в 11 часов. По московскому времени. Ja. Darf ich Sie zum Mittagessen einladen? Нас приглашают пообедать. Мы благодарим вас. Нас уже угостили. Man hat schon gekostet. Nicht verstanden? Пулеметными очередями по белому флагу парламентеров. Was? Die Schuldigen werden bestraft. Ich bitte Sie um Entschuldigung. Виновные будут наказаны. Verzeihung, General. Ohne Anmeldung. Ein Befehl Манштейнс. Приказ Манштейна немедленно задержать парламентеров. Ребята, вы здесь? Hier. Yeah. Кузнецов. Я. Yeah. Что? Передайте приказ. Задержать любой ценой. Дома! Здравствуй, Володя! Живы! Здорово, старик! Живы! Дай покурить. Хорошо, дом. Да молодцы. Спасибо вам. Товарищ генерал, приказ выполнен. Подробности потом. Главное, выполнили. Правильно. Es ist notwendig, mit Stemmermann. Herr Generalfeldmarschall, wir haben große Schwierigkeiten mit der Funkverbindung. Есть предположение, что русские читают наш шифр. Dann funken Sie an General Stemmermann. В таком случае, передайте Штеммерману шифровку о нашем ударе в районе Альшана-Городища. Успеем ли? Я сказал, в районе Альшана-Городища. Все свободны. Вызвать ко мне генерала фон Бюлова.
Слушаюсь. Шел 9-й час временного прекращения огня. Так что же случилось, разведчик? По данным радиоразведки, противникам готовится совместный удар. Где? В районе Альшаны Городище, в направлении Квиток. У меня БД нарушен. СТ в порядке. Новая авантюра. Таков их ответ на наше предложение спасти десятки тысяч людей. Резервов поблизости нет. Из 900 грузовиков фронта на ходу 630. Из них 300 безнадежно застряли вблизи. Товарищ Рогожин, соедините с командующим 2-й воздушной армии генералом Красовским. Есть. Константин Васильевич, прошу вас, объясните ситуацию генералу Красовскому. Хорошо. Алексей Николаевич, что там у нас в полосе 40-й? У Жмаченко. Уточните, пожалуйста. Есть. А вас прошу, следите. Следите в оба глаза за резервами противника. Эти сведения нам нужны. Извините. Товарищ маршал, на проводе генерал Ватутин. Слушаю. Товарищ Юрьев, планируется совместный удар Манштейна-Штемермана в районе Альшаны-Городище. Ясно. Нервничает Манштейн. Начиналось-то как частная операция, крупная, но частная. Сейчас 2-й Сталинград. Так. Направление удара Городища Альшаны. Хорошо. Да нет. Не решится, Манштейн. Нет. Ах, пожалел ты меня, Фадеич! Снежку бы сюда поддать! Вот. Что? Вот здесь, вот здесь. Чаю и покрепче. Но что там у Красовского? Обещал сделать все возможное. Да, они должны сделать и невозможное. Сейчас не менее опасный враг распутится. Грязь, черт бы ее побрал. Грузовики вязнут, не могут подвести снаряды. Константин Васильевич, а что, если обратиться к людям? Объяснить положение и попросить людей помочь. Поднеси боезапас, как полагаете? Согласен, Николай Федорович. Возьмите это на себя. Я послал Штемерману шифровку о нашем ударе в районе Альшана-Городища. Даже если русские прочтут ее, меня это мало беспокоит. Пусть начнут переброску своих частей. Садитесь, генерал. А теперь то, чего я не доверю никакому радио. Это казаки Селиванова. Что у них там в обороне? Артиллерийский полк. Он несколько в глубине. Но все его батареи нами засечены и могут быть легко подавлены. Само провидение дарует нам этот случай. Ваша дивизия готова, генерал? Так точно. И насколько я могу судить,
не обнаружено русской разведкой. Ну вот и прекрасно. Возвращайтесь в котел к своей дивизии. Ночью выведите ее прямо на передний край. А утром проутюжьте позиции казаков. Штеммерман получит от меня новый приказ немедленно ударить по Селиванову. И пусть русские читают его сколько угодно. Все равно они уже ничего не смогут сделать. Ничего. Шел 10-й час временного прекращения огня. Конева. Иван Степанович, не спишь? Не сплю, товарищ Юрьев, думаю. Похоже на то, что они, отведенные нашим ультиматумом время, постараются использовать для переброски войск. Неужели мы им позволим, товарищ Юрьев? Это же... Позволим, позволим, Иван Степанович. Мы сами назначили такой срок 11:00. И до этой минуты ни один наш снаряд первым не разорвется. Но я не об этом. Что у Селиванова? Я приказал послать туда усиленную разведку. Разумно. С этого участка Иван Степанович глаз не спускать. И о результатах разведки у Селиванова доложите мне немедленно. Слышишь, немедленно. Понял, товарищ Юрьев. Ну, думай. Думай, думай. Какие танки? Ты хорошо смотришь? Откуда они здесь? Молодцы, ребят. Шел 12-й час временного прекращения огня. Не может быть. Все точно, товарищ генерал, не сомневайтесь. Сами насчитали, штук 50 танков. А по гулу слышно, еще подходят. К утру ударят, это точно. Черт, откуда же они взялись на мою голову? Командующий. Алексей Гордеевич, подкрепление к вам уже подходит. Любой ценой продержитесь полдня. Вы поняли? Так точно, товарищ командующий. Любой ценой. Сделаем. Всех отличившихся награждать на поле боя. Есть. Ты все понял, артиллерист? А чего ж тут не понять, товарищ генерал? Нет, не все. Что еще? Задержать на полдня. А то, что придется, видимо, погибнуть смертью храбрых. Ты это понял? Война, товарищ генерал. Вас вызывает, товарищ генерал. Слушаю, товарищ Юрьев. Да, он здесь. Даю. Маршал Жуков. Майор Чернецов, вы получили приказ? Так точно, товарищ Юрьев. Ну, а теперь выслушайте мою просьбу. Я понимаю, это невозможно. Я знаю, невозможно. Но я прошу вас это сделать. Продержитесь полдня. Только полдня. И победа, майор. Умру, но не отойду, товарищ Юрьев. Я надеюсь на вас, майор. Стой! Куда вас несет? Немец, вон он. Шел 18-й час временного прекращения огня. Танки где? Вон там. А вот здесь, вот, совсем близко. Пушки вы выкатить вручную. В боевые порядки пехоты. И замаскировать так, чтобы двух шагов не было видно. Да они ж разнесут нас, как бог черепаху. А рассветет, навести прицельно. Но огня открывать не будем. До их первого выстрела.
Солдат свое дело знает. Если немцы обнаружат пушки на переднем крае, они расстреляют их за 5 минут. Они расстреляют, то все равно раздавят. И тогда перед ними все открыто. Не каркай. Да, один выход. Засада. И огонь в упор. Точно. Ну, чего ждать? Погоди. Нельзя. Перемирие. Файл! Уже 16 дивизий фельдмаршала Манштейна шли к окруженным, а навстречу им из котла рвались обреченные, потерявшие управление дивизия Штеммермана. Товарищ маршал, перехвачены радиограммы противника. Читайте. Я вас выручу, Хубе. Мы слышим ваши пулеметы, Штеммерман. А вот радио фюрера. Повара наших войск черпают воду из Днепра. Можете положиться на меня, как на каменную стену. Вы будете освобождены из котла. Вы свободны. Значит, повара черпают воду из Днепра. Коридор простреливается насквозь. Тут осталось всего 10-12 километров. Товарищ маршал, Ватутин просит разрешения ввести в дело вторую танковую под Ерки. Ну, а ты как думаешь? Я тоже полагаю, товарищ маршал, что пора вводить вторую танковую и перебросить ее сюда, в район Ерки, и восстановить положение. Он настойчиво атакует в этом районе. Передайте приказ. В
2-й танковой армии Богданова форсированным маршем выдвинуться под Резино. Под Резино пишите. И сходу опрокинуть противника. Но, товарищ маршал, противник настойчиво атакует в районе Ярки, а под Резино тишина. Он выдыхается под Ярками, выдыхается, а ночью перебросит сюда танки и утром ударит здесь. Немедленно передайте приказ. Немедленно. Немедленно на узел. Слушаюсь, товарищ маршал. И передайте. Предельная скрытность переброски. Предельная. Слушаюсь. Товарищ командир, ну что там? Чего стали? Родную хату вижу. Ускорить движение, Вася. Есть! Приказано не задерживаться. Быстрее, ребятки, быстрее. Вперед! Полный вперед! Температура. Типичнейший грипп. В постель и без разговоров, товарищ маршал. Георгий Константинович. Что подрезено? Тихо, товарищ маршал. Тихо. А какая обстановка в котле? Отчаянно рвутся к шендеровке. Георгий Константинович, вы должны лечь в постель. Ну что, что? Ну смешно мне сейчас валяться в постели с гриппом. Ну смешно. Не могу я сейчас, не могу. Я отвечаю за ваше здоровье. Товарищ маршал, Манштейн атакует под Резино. Авангарды 2-й танковой сходу вступили в бой. Так, поздно, Манштейн. Поздно! Ах ты ж гад! Ах ты ж Гитлер! Проклятый, что тебе захлебнуться в этом болоте? Мама, а может нашего отца здесь встретим, а? Казаков видели. Может, и наш где-то здесь. Товарищ Конев, чем, на ваш взгляд, характерна эта происходящая теперь Корсун-Шевченковская операция? Народ помогает, товарищ Сталин. Очень помогает народ. Товарищ Конев, мы возлагаем на вас руководство войсками, действующими против окруженной группировки. Предпочиняем вам из 1-го украинского 27-ю армию Трофименко. Директиву получите. И поспешите с уничтожением врага. Пора готовить землю к весенней пассивной кампании. Мама! Федя! 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 Мама! Мама. Сыночек. Мама. Феденька. Мама. Живой. Живой, мама. Дядя, ты кто? Военный, как видишь. Дядя Толя меня зовут, а ты кто? А я Витя. А кто твоя мама? Мама Оксана. Дядя, чего ты в чужую хату зашел? Ну-ка, иди сюда. А ты знаешь, что это моя хата? Ну да. Да. А ты не знаешь, где тетя Мотри и Клава? Тетя Мотри и Клава понесли на фронт снаряды.
А бабуся? А бабуся каждое утро выходит на дорогу, встречает своих сыновей. Витька, какую ты мне весть принес? Солдаты! Солдаты! Сыны великой Германии! Wir haben keine andere Wahl. У нас нет другого выхода. In drei Kolonnen. Тремя колоннами. Immer nur vorwärts. Только вперед. Wir müssen durchbrechen. Только прорыв. Im Namen des Führers und Deutschlands müsst ihr das tun. Во имя фюрера и Германии вы сделаете это. Und jetzt. А теперь. Wollen wir unsere Leib und Seele. Веряем Господу Богу. Dem lieben Gott. Свое тело и душу. Herr General, ein neuer Transport mit Verwundeten ist da. Господин генерал, прибыл новый транспорт с ранеными. Какие будут указания? Ни один солдат фюрера не должен попасть в плен. Ни один. Идите. Thank you.
группировка противника перестала существовать. Зачем? Во имя чего они пришли сюда? 55 тысяч солдат вермахта навсегда остались лежать в земле, которую они собирались завоевать. Таков удел всех, кто помышляет о порабощении других народов. Похороните его. Ты? Так точно. Ну что, солдат, сломали мы ему хребет? Сломали, товарищ генерал. Dieses verfluchte Land. Проклятая страна. Die Zeit kommt. Придет время, мы будем говорить об утерянных победах. История подтвердит, что видит Бог. Я с самого начала был за отвод войск из котла. С самого начала, не так ли, генерал? Но, к сожалению, не мы решаем в этих битвах. Непонятная страна. Варвары. Устроили в музее Канева конюшню. А в последнее время приспособили под концлагерь. А это что? Развлекались. Стреляли в статую Шевченко. Надо принять все меры по спасению музея. Все, что возможно, товарищ маршал, делается. А это я передам Верховному и в комиссию по расследованию злодеяний фашизма. Товарищ маршал, все в сборе. Если в сборе, к делу. Прошу, товарищ. Садитесь, товарищи. Товарищи, я уполномочен довести директиву Ставки Верховного Главного Командования на проведение Уманско-Баташанской операции. Противник не ждет нашего наступления, так как он уверен, что мы собираем силы, подтягиваем тылы, пополняемся. Мы будем это делать, но в ходе наступления, которое практически начнем сразу же, имея в виду 25 марта выйти на государственную границу. Задача фронтам ставка определяет.